Архетипическая групповая терапия – путешествие героя. Состояние потери присутствия в жизни здоровых людей. Школа родительской любви. Особенности эмоционального интеллекта. Эти и другие актуальные темы рассматривались на международной научно-практической конференции «Социальное партнерство в деятельности психолога. Теория и практика». Конференция юбилейная, 10-я, а значит, масштабная. 3 дня специалисты, профессиональные психологи, педагоги обменивались опытом с коллегами из разных уголков Земли. Участники – это психологи, теоретики и практики из Тольятти, Ульяновска, Самары и Ноябрьска, а также специалисты из Америки, Мексики, Латвии и Таджикистана. В общей сложности в конференции приняло участие более 200 человек. Ну, это мероприятие, которое позволяет нам, психологическому сообществу, эффективнее работать со всеми структурами города и показать, во-первых, все, что мы можем, да, увеличить интерес к себе, соответственно, да, и одна из главных задач – это помочь дальнейшему профессиональному росту психологам всех структур города. То есть дать им профессиональный практический опыт. Конференция проводилась при поддержке общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», Тольяттинского государственного университета, Российского психологического общества, Ассоциации психотерапевтов и психологов города Тольятти и Центра развития добровольчества. Конференция стала значимым событием не только для университета, но и всего города. Это международная конференция, которая показывает, что партнерство установлено не только в городе, но мы привлекли наших партнеров из Самары, а также из других стран. И это тоже очень четко демонстрирует, что элемент партнерства развивается. Конференция прошла в предельно плотном режиме. 5 секций, пленарные заседания, доклады, обсуждения. И все объединено одной и, пожалуй, самой обсуждаемой сегодня темой. Человек – материя очень сложная. И чтобы решать проблемы в обществе, необходимо сотрудничество представителей разных профессий, профессиональных групп, психологов, психиатров, социальных работников, врачей, медсестер, учителей, экономистов. Проблемы, связанные с деятельностью человека, требуют социального партнерства. Также должны в решении проблем участвовать юристы и политики. Нам необходимо объединяться, а не работать раздельно. Объединенные профессиональные группы могут и должны вместе решать проблемы, которые переживают отдельные люди. Также в рамках международной конференции психологов прошел целый цикл мастер-классов и тренингов.